Жильцы многоквартирного дома в Покачах попали в непростую ситуацию. Собственник одной из квартир доставляет неудобства всем соседям. В комнатах он не проводил уборку уже несколько лет. Мало того, не знает, как это делать. В подъезде царит неприятный запах, а тараканам уже давно никто не удивляется. Наши коллеги побывали на месте и узнали, как можно решить грязную проблему. Жители одного из подъездов дома 16 по улице Таежной в Покачах попали в непростую ситуацию. Одна из квартир здесь стала буквально общим имуществом, так как входные двери в ней отсутствуют. Только вот состояние этого имущества вызывает серьезную озабоченность соседей, как и человек, проживающий здесь. В этой квартире третий год никто ничего не убирает. Приходят какие-то люди непонятные, которые пьют, там курят, ничего не убирается. Вода, отопление, свет давно в этой квартире отключен уже третий год. И сейчас из этой квартиры идут такие запахи. Жаль, что вот по телевидению это нельзя передать. Проживающий здесь гражданин, хоть и находится в квартире на законных основаниях, никому от этого не легче. Пробовали хотя бы в пакет мусор собрать и вынести? Я, знаете, я об этом не думал. Почему? Потому что у меня пол моей жизни вообще не имеется, а пол жизни, я там маленький был, я не понимаю. То есть вы вообще не в адеквате и не понимаете, как надо за собой ухаживать? Нет, я в адеквате, просто, ну, вот в данный момент, как ухаживать, что это делать, я не понимаю. Ну, если я подскажу, вы в состоянии воспринять, взять пакет, собрать бутылки, банки, сложить в пакет и вынести на мусорку. Это вам по силам? Вы меня заставляете работать, да? Наладить хоть какой-нибудь контакт с замечательным соседом, ведущим асоциальный образ жизни, домочадцам не удалось. Ими были написаны письма в различные инстанции – полицию, прокуратуру, администрацию. Сотрудниками полиции, а именно участковым уполномоченным, была проведена проверка по данной жалобе, а именно по факту того, что в квартире 110 исходит зловонный запах, антисанитария, двери выбиты. По данному факту пройдена проверка и компетенции, что входит в компетенцию полиции, то есть правонарушение не выявлено. Нужно отметить, что сложившаяся ситуация, по крайней мере в округе, прецедентов не имеет. Однозначного решения нет. Администрация города на первом этапе предприняла попытку решить вопрос мирно. Мы провели обследование с фиксацией фотоматериала, с нами присутствовала полиция, были приглашены представители Роспотребнадзора, но они не смогли приехать. Тут же на месте было предложено собственнику квартиры, который допустил такое состояние квартиры, с нашим содействием навести там порядок. Но, к сожалению, от него никаких ответных предложений не было. Он не готов был это сделать, говоря о том, что мне это не нужно прямым текстом. Следующим шагом может стать обращение администрации в суд для принуждения собственника к исполнению норм общежития. Эта же инстанция в дальнейшем может принять решение о выставлении данной жилплощади на продажу и выселении. Константин Цыганенко, Дмитрий Огородников, телекомпания «Ракурс», город Покачи, специально для «Вести Югория».